Главное управление МЧС по Северной Осетии успешно выполнило задачи по защите населения, чрезвычайных ситуаций, катастроф и стихийных бедствий. Об итогах работы ведомства за прошедший год рассказал руководитель Александр Харужи. В режиме видеоконференц-связи в итоговом сборе приняли участие премьер Таймураз Тускаев и вице-премьер Ирбек Тумаев. Как отметил Александр Харужи, общие усилия позволят и впредь вносить весомый вклад в обеспечение стабильности общества. Среди основных задач – повышение роли и эффективности деятельности единой диспетчерской службы, создание противопожарной службы Северной Осетии и развитие добровольной пожарной охраны на территории республики, а также повышение уровня пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, в первую очередь объектов социального блока, школ и больниц. По итогам работы лучшим муниципальным образованием стал Алагирский район. Лучшим территориальным органом федерального органа исполнительной власти признано управление Роспотребнадзора. Награды также получили отличившиеся сотрудники управления. Когда речь идет о безопасности жизни людей, старших, детей, то все иные достижения в тот момент отходят не на второй, а на сотый план. Поэтому вот это прошу учесть в своей работе. А так всех благодарю, удачи всем и здоровья.